Напряжение такое, что в этом положении руке удобно. Вот. И что у нас получается? Рука. Мы ее слегка начинаем поднимать. Она сопротивляется. Она не поднимается. Кисть очень жесткая. Вот. Все, что она разрешает сделать. Дальше она уже стоит. Чувствуешь? Все, застыло. И она ни в эту сторону не идет. Вот я ее пытаюсь открыть. Она все равно, если возьмем, так и отпускаю, она все равно туда возвращается. Видишь, да? Вот я ее пытаюсь открыть, она туда возвращается. Я отпущу ее, и она все равно туда идет туда. И если я пытаюсь ее в эту сторону, в позицию сгиба, все, максимальная зона. Дальше она уже не идет. Чувствуешь? А? Угу. Вот, угу. Это же твоя рука. Ну, сейчас мы с ней будем работать. То есть всегда у тебя получается твоя рука на самом деле вот в таком согнутом положении. Что бы ты ни делала, ты все делаешь согнутой рукой. Поэтому усталость. А теперь скажи, эта сторона спины у тебя чаще ну, устает и болит? Или ты ребенка? А левая, да, да, у меня это больная. Вот, больная. Шишка. А, хоть, ну, покажи шишку. Вот, а мы сейчас с ней поработаем. И шишки не будет. Хочешь? Хочешь, хочешь, я знаю.